Первоклассник Рома слушает последние наставления от родителей. Сегодня у него волнительный и ответственный день. Первый раз он перешагнет порог школы, которая станет для него вторым домом на 11 лет. В семье к учебному году готовились с особым старанием. Учили считать, алфавит повторяли. Конечно, волнуемся. Мы все волнуемся, то, что я учился в этой школе, мои родители учились в этой школе. А теперь вот сын идет в первый класс. Второй сын только родился 2,5 месяца. Надеюсь, что его отдам в эту школу. В этом году 24-я школа приняла 35 первоклассников. Пока они выступают на торжественной линейке. С особым волнением за ними наблюдают родители, вспоминая свои учебные годы. Я сегодня отдаю ребенка второго сыночка. Первый класс. Конечно, все волнуемся, готовились, переживали. Ну, настал уже час. Школа у нас очень красивая. Эта линейка особенная и для 11-классников. Уже через год они покинут родные стены. В 24-й школе всего 7 выпускников. Впереди у них напряженное время учебы, выбор вуза, экзамены. Последний год в школе, последние дни, можно сказать, даже тут месяцы со своими любимыми одноклассниками. Очень волнительно, будем по всем скучать, даже плакать хочется. В конце года обязательно будут экзамены и нужно готовиться. Ну а пока праздник, радость, новая школа. Учащихся с Днем знаний поздравил мэр Белгорода Константин Полежаев. Главным событием в этот день не только для учеников, но и для всех жителей старого города стало долгожданное открытие нового здания 24-й школы. Для Белгорода символом старта нового учебного года сегодня является открытие новой школы номер 24. У этого учебного заведения богатая история и, я уверен, замечательное будущее. Школа носит имя Героя Советского Союза Ивана Петровича Крамчанинова, уроженца Белгорода, выпускника этого учебного заведения. А значит, здесь учат настоящих патриотов своей большой и малой родины. Эта школа станет образовательно-культурным кластером всего старого города. По традиции здесь прозвенел первый звонок, а выпускники, взяв за руки первоклашек, повели их знакомиться со школой. Новое здание примет 275 школьников. Учиться здесь будут в одну смену. Дети, понравилась школа? Да! Ну что, учитесь на одни пятерки. Просторные коридоры, комфортные классы, корпус А готов принять детей. В нем разместятся ученики основной школы. Здесь есть своя научно-исследовательская лаборатория, а для уроков труда – столярно-слесарная мастерская. Каждый кабинет оборудован всем необходимым. Это новый современный кабинет химии. Здесь будет лаборантская, здесь будет вода, здесь будут опыты, здесь будет электричество. Все, что нужно, чтобы было интересно приходить на уроки химии. В новом здании построили и столовую на 150 мест со своим пищеблоком. Теперь есть в 24-й школе и комната психологической разгрузки. А в холле второго этажа оборудована игровая зона, где учащиеся младших классов смогут отдыхать на переменах. Появился здесь и свой музей. Экспонаты будут рассказывать об истории старого города и 24-й школы. Посмотреть на новое здание пришли сегодня и те, кто отдал 24-й школе свои трудовые годы. Ольга Михайлова 30 лет проработала здесь директором. Новое здание было мечтой коллектива. Я настолько рада тому, что осуществилась эта мечта. Ну, вот такое ощущение, что правильно жизнь прожита. Не хочется выспренных слов, но вот глубокое-глубокое уважение к власти, которая не только сдержала свое слово, а делает все для того, чтобы поколение за поколением ощущали причастность к новой жизни. Появился на территории школы и современный благоустроенный стадион. Дело осталось за малым. Скоро и корпус Б распахнет свои двери для начальных классов. Здесь же появится место для двух дошкольных групп на 50 человек. А значит, маленькие жители микрорайона смогут посещать детский сад недалеко от дома. Теперь, если мы откроем детский сад на 50 мест, у вас два класса. Побудут сначала в детском саду, потом плавно перейдут. Эти же два класса уже адаптированы. Младшую школу, и эти же классы уже безболезненно перейдут в старшую школу. Таким образом, мы создаем замкнутый цикл на территории школы, да? Мы об этом мечтали, и наконец-то у нас и получилось. Все у нас получится. В целом сегодня за парты сели 36 500 учащихся, среди них порядка 4 500 первоклассников. Первый звонок прозвенел во всех школах областного центра. Каждый новый учебный год для нас всегда большой праздник. И поэтому очень хочется всем пожелать, чтобы в течение всего года и школа,
и уроки детей и родителей только радовали, чтобы все это приносило им новые знания, чтобы все это приносило новые перспективы. И те моменты сложности, которые, может быть, будут возникать, все это легко преодолевалось, и мы двигались только вперед. Стоит отметить, что в областном центре в этом году появится еще одна новая школа на 1000 мест по улице Есенина, а также продолжатся работы по строительству учебных заведений в микрорайонах Новый-2 и Луч. Татьяна Красикова, Павел Емелин, к этому часу, Белгород.